но будем петь. Для каждой из вас есть одна короткая фраза. Сейчас я вам дам послушать. Давайте начнем. Первый отрезок, пожалуйста, это для вас. И-ха! Попробуйте. И-ха! Отлично. Молодец, даже без репетиции. Теперь вы. У-у-у-у. У-у-у-у. Молодец, заводчик. Ну, чуть-чуть, вот давления не хватает, надо чуть погромче, вот чтоб энергия была. Давай еще разок. У-у-у-у. Хорошо. Следующий отрезок. Три раза. Попробуем. Надо попробовать. Нет, это не то, что я хочу услышать. Соберись. Ну что такое? Не, она сама хочет. Нет, это не то. Это звучит так, как будто ты не можешь дотянуться до чего-то. До выключателя, ну. Принимаем? Так, и последний отрезок. Молодец! Отлично! Хорошо. Теперь я должен вам рассказать, что мы будем делать. Щеки болят, да? Это только начало. Сейчас будет вообще жесть. Так, покажи нам оригинал, как, что мы хотим изобразить. Это будет детская песенка про лошадку. Как это должно быть? Вот это мы должны будем сейчас изобразить. Девчули, готовы? Да. Я только за хе-хе переживаю. Остальное все нормально. Готовы? Давай. У меня передние лошадка. И-ха! И чешуи гриву гладко-гладко. У-у-у! И поеду я на ней кататься. Упаду и буду там валяться. Ай-яй-яй! Отлично! Супер, супер, вообще классно, лучше быть не может. Еще разок? Еще хотите? Надо просить, надо аплодировать, настоящие артисты на сцене. Это вам не буквы на заборе рисовать. И заново. Фантастика! Девчули, я хотел по 100 баксов дать, но теперь 300 однозначно.